Региональный этап «Лыжня России» все-таки состоялся в Калининском районе. Несмотря на то, что строки сдвигались два раза, любители этого зимнего вида спорта смогли насладиться им сполна. О том, как проходили соревнования, рассказывает наш корреспондент. Буквально за несколько дней до соревнований было непонятно, состоятся ли они вообще, ведь погода в этом году преподносила сюрпризы. Однако накануне гонок пошел снежок, температура чуть снизилась. И, конечно, очень большую работу провели организаторы соревнований, благодаря чему гонка и состоялась. В первую очередь, конечно же, хочу поблагодарить организаторов, которые днем и ночью здесь готовили лыжню для того, чтобы праздник состоялся, для того, чтобы вы приехали сюда и почувствовали праздничное и по-настоящему зимнее настроение. Для участников и гостей соревнований была организована разнообразная культурно-развлекательная программа. Подготовлены конкурсы, организована полевая кухня. На всей территории базы ощущалась атмосфера праздника, настроение у людей было приподнятое. Традиция «Лыжней России» продолжается. И я думаю, что вот эта вот юбилейная в каком-то смысле лыжня, она будет стартом к новым спортивным победам наследников Геннадия Ильина, Николая Лепашова, Антонины Ординой. И вот те ребята, которые здесь стоят, хочется пожелать им новых спортивных успехов, здоровья. И еще раз подчеркнуть, что тверской лыжный спорт, который сейчас звучит в лице тех девушек, которые стоят на сцене, в лице Натальи Непряевой, он развивается и будет достигать новых побед. Территория базы оказалась разбита на три зоны. Верхняя парковка, солдатская кухня, палатки, кафе с горячей едой, напитками и выпечкой, пункт смазки лыж и баннер «Лыжня России», на фоне которого можно было сфотографироваться. Средняя стартовая и финишный городок, трасса, сцена с большим видеоэкраном и открытая площадка. Нижняя надувная горка, тиры, зимние аттракционы под открытым небом. Качки на лошадях, кегли, хоккей, дуэль на гигантских дубинках. Напомним, что «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Тверская область впервые провела этап всероссийской массовой лыжной гонки в 2005 году.